от мамы. Не понял. Переведи, Володь. Поклон от мамы. Передавай от меня. Это мы ехали на трассе недалеко от Кемерово. Ну, уже нас застает ночь. Мы свернули вправо. Видим тут лесок. Прощупали ногами. Главное, чтобы место сухое было, не рюхнуть туда. Пошли вперед. Ну вот машину ближе не стали к лесу. Она на виду как бы, но со трассы не видать. А там с той стороны далеко. Там сосновый лес. Ребята пошли с палатками. Принесли. А все целое. Вон сколько принесли. Посмотри, хвороста. У нас не просто экономно, а супер экономно. Несколько сучков и все сварили. Главная неприятность — это мошка. Ну, без этого никак. Еще Пушкин говорил: о, лето знойное, любил бы я тебя, когда бы не зной, не комары, да мухи. Вот и все. Там собачка играет. Вон, видать. Ночью она будет охранять. Она обязательно залает. Садись, ешь.